раньше не любил, но эта осень мне почему-то нравится. Она какая-то спокойная. Так как лета почти не было, то такая осень, как сейчас, она достаточно приятная. Классно, классная погода. А так, конечно, красиво очень. Но холодно. Это беда. К осени может относиться, с одной стороны, нормально, с одной нет. Ну, с одной это красиво, пора года, со второй, если смотреть с плохой стороны, начало учебного года. А так осень это красивая пора года. Очень хорошее тепло. Осень ночная. Прекрасная осень. Погода холодная. Да нет, погода нормальная, бабе лето уже было. Прекрасная. Сколько? Вот что на депрессии, я точно не ощущаю. Да нет, вроде нет. Никакой. Да нет. Нет. Такого еще не переживали. Ну, нет, с такой погодой, солнечная, но немножко морозик чувствуется, такая холода. Пока нет дождей. При помощи специальных препаратов, транквилизаторов, мне кажется. Потому что если у вас начинаются какие-то депрессии, это первый клич к тому, чтобы обратиться к психотерапевту. Самое главное – это спокойная атмосфера, музыка такая соответствующая. Классическая. Кушать сладкое. Шоколад. Ой, нет, найти себе вторую половину. Надо общаться просто. Выходить на улицу. Выйти на улицу, погулять немного, привыкнуть. Веселиться, слушать дед метал, хардкор. Я думаю, просто выйти на улицу, развеяться, пройтись, улыбнуться другим людям, все тоже улыбнуться, я думаю, развеяться. Минчанам нравится эта осень, и мне признаться тоже. Хорошо, что жители не ленятся, садят цветы, и осенью можно любоваться вот такими прекрасными видами под окнами.